Медалисты Олимпиады и Паралимпиады 2018 теперь на марках. В НОК представили почтовую продукцию с изображением всех белорусских призеров зимних игр четырехлетия в Пхёнчхане. Мероприятие уже стало доброй традицией. Как всегда, в таких случаях марки выпущены ограниченной партией и будут желанными экземплярами для коллекционеров. Никогда, например, не мог даже и помечтать в себе, что в былые времена, когда я коллекционировал, активно коллекционировал марки, что мои ученики, воспитанники появятся и будут символами на спортивных марках, олимпийских марках нашей страны. Это большая честь. Вот сегодня я понимаю, что, наверное, когда я была еще в Сочи, я понимала, что буду продолжать. И для меня это был какой-то такой процесс. Вот. А сейчас, наверное, каждое такое событие, оно более и более значимо, потому что... Наверное, более осознаннее происходит, и для меня, конечно, это очень важное событие. Биатлонистки и главный тренер сборной Беларуси по фристайлу отдали на хранение музею НОК предметы спортивной гордости из своих личных коллекций. При этом мы не могли не спросить у Николая Козека о будущем команды. После игр в Южной Корее Антон Кушнир не давал гарантий, что продолжит карьеру, но уже приступил к тренировкам. Он приступил, тренируется, и Алла тренируется. Ну, в данный момент он проходил небольшой курс лечения, но уже был проделан определенный объем работы. В рамках торжественной церемонии легендарному гандбольному специалисту Спартаку Мироновичу вручили орден Национального олимпийского комитета.